бывшем старом помещичьем хозяйстве Аскания-Нова создана в Советском Союзе база для научно-исследовательской работы по выведению новых высокопродуктивных пород домашних животных. ИНГАШ – Институт гибридизации и акклиматизации животных. Недавно умерший академик Иванов поставил задачу вывести новые породы свиней и овец. Простая степная свинья неприхотлива и вынослива. Плохо чувствует себя под зноем английская крупная белая. Академик Иванов решил соединить в одной породе выносливость, неприхотливость простой степной свиньи, скороспелость и многоплодие английской. Беспородные матки были покрыты чистопородным английским хряком. В результате последующей десятилетней селекционной работы получена новая порода свиней, названная украинская степная белая. Получены две линии. Первая линия – Асканий, номер 1275. Аскания, номер 760. Вторая линия. Запорожец, номер 3. Культура, номер 833. Новая порода полностью отвечает природным и хозяйственным требованиям юга Украины. По продуктивности не уступает, а плодовитостью превышает английскую свинью. В колхозно-совхозном производстве свиней новой породы свыше 10 тысяч голов. В Аскании Нова акклиматизируются и нормально развиваются представители животного мира всех частей света. Красно-немецкий скот – основная порода украинской степи. Сероукраинский скот – выносливый и неприхотливый. Скрещивая эти породы, с молочными шортгорнами, с остфризами, с герефордами, с зебу,
институт добивается повышения скороспелости, молочности, мясности и укрепления конституции потомства. Маточное поголовье конного завода института. Рысак Калиф, производитель конного завода. Дикие лошади Пржевальского. Зебры Чапмана. Редкий гибрид, полученный от скрещивания зебры с дикой лошадью Пржевальского. Редкий гибрид, полученный от скрещивания зебры с домашней лошадью. Зубр. Самка бизон. Скрещиванием зубра с бизонами и зубра бизонами разрешается задача сохранения и восстановления зубра. Зебу, вывезенные из Аравии. Жирность молока зебу достигает 6%. Зоопарк Асканий Нова превращен в крупный репродуктор различных видов диких животных, которые идут для пополнения зоопарков Советского Союза.
Из разнотипичного маточного поголовья овец на племя отбирались самые ценные животные. Ученик академика Иванова, орденоносец профессор Гребень, бонитирует овец. Отбирались лучшие бараны. Баран из линии родоначальника Асканийского стада номер 1, рождение 1924 года. Сын родоначальника американского рамбулье. Оба типа участвовали в создании новой породы. Высокие задатки отцов и матерей сказались на первом же потомстве. Ведя строгий индивидуальный подбор родительских пар по сходным желательным признакам, настойчиво двигаясь к цели, Аскания Нова к 10-му году работы дала колхозно-совхозному хозяйству новую высокоценную породу овец – Асканийский рамбулье. Новая порода унаследовала густую длинную шерсть и большой вес.
Это дедушка, американский рамбулье. Вес его 94 килограмма. Чистый выход шерсти 33%. Внучек, асканийский рамбулье. Его вес 153 килограмма. Чистый выход шерсти 44%. Советское поколение перегнало американского предка. Шерсть дедушки весит 14,6 килограмма. Ну-ка, 17,2 килограмма. В колхозно-совхозном производстве овец новой породы уже свыше 45 тысяч голов, а вместе с их потомками свыше 100 тысяч голов. Каракульские овцы. Каракульская овца дает ценный смушек, но она недостаточно плодовита. Скрещивая барана-каракуля с многоплодными овцами романовской породы, создается тип овцы каракуль многоплодный. Часто матки нового типа дают приплод по 3 ягненка. Увеличение смушковых ресурсов нашей страны является актуальной задачей. Дикий горный баран муфлон. Он используется для выведения высокогорной породы овец. Получены устойчивые гибриды с тонкой мериносовой шерстью. Живой вес увеличился вдвое. Настриг шерсти в 3-4 раза. Овцы новой породы хорошо приспособлены к горным условиям. С целью широкого распространения высоких качеств асканийских производителей, сперма их отправляется для искусственного осеменения маток в колхозы и совхозы, находящиеся от Аскании Нова за десятки и сотни Thank you.
выполняя указания вождя народов товарища Сталина, Аскания Нова из года в год увеличивает передачу новых пород производства, заменяя малопродуктивные стада совхозов и колхозов ценными, высокопродуктивными животными. Тем самым по-большевицки разрешает одну из важнейших проблем социалистического строительства – проблему зажиточности и богатства наших колхозов и совхозов.